Вышла в эту дверь? Да, а потом на улице я упала и сломала руку. Но врач сказал, что это всего лишь вывих. А вы, я так понимаю, свидетель? Да, я как раз с подъезда выходил в тот момент, когда вот эта вот женщина на ребенка набросилась и там рукой там зацепилась все это. Отлично. Хорошо. И спаси его, сына. Хорошо. Я знал, что на таких песней. Нормально. Стой. Ты откуда здесь? А ну-ка, не трожь. Отдай моего сына. Через последний час Дмитрий Конакин комментатор Лосовскую полицию. Ребенок, ты что наделал? Ты понимаешь, что мог только что сделать? Я ничего не делал. Что ты ничего не делал? Я с тобой следил и все это видел. Я ничего не делал. Что ты ничего не делал? Я видел, как ты баллончик поджег и хотел в окно закинуть. Ты мне сейчас врешь. Я ничего не хотел подпаливать. Слушай, уважаемый, я сейчас вызываю полицию сюда, и мы с тобой будем разговаривать в другом месте. А я маме позвоню. Что маме позвонишь? Я тебе честно говорю, я вызову полицию. Ты понимаешь, что из-за твоей пакости могли люди пострадать по-настоящему? Иди сюда, никуда не уходи. Полицию? Пожалуйста, не надо. Что не надо? Смотри, я все это заснял на видео. Мы сделаем с тобой проще. Мы сейчас отправимся домой к твоим родителям и вот покажем видеозапись, как ты хотела школу подпалить, и все честно расскажем. Ты же мужчина, должен отвечать за свои поступки. Марина, успокаивайся и весело.